Высший пилотаж на боевых самолетах. Летчики показали мастерство на авиашоу в Барановичах. Основу базы составляют многоцелевые истребители МиГ-29. Именно они демонстрировали фигуры пилотажа: ромб, пикетирование, боевой разворот и распуск веером. В прошлом году 10 МиГов прошли капитальный ремонт и модернизацию. Такие машины стоят на вооружении почти в 30 странах и способны выполнять любые боевые задачи в небе. На праздник в Барановичи прилетели летчики с авиабаз в Лиде и Мачулищах. Они демонстрировали полеты на учебно-боевых Як-130 и вертолетах Ми-8. А в завершении праздника зрители увидели массовый десант и выступление сил спецопераций.